сказал так: «Человечество скорее простит казнь отца, нежели потерю имущества». Это заставило задуматься. Наверное, лет с 14 я начала уже задумываться о том, кем же я буду в будущем. И если наши юноши, мальчики, заканчивая школу, думали о физтеховских вузах, о военных училищах, это было престижно, интересно, то я понимала, что у меня нет такого призвания, куда стремятся поступить девочки. Это педагогический институт, медицинский институт. Вот нет призвания. И в начале 60-х годов надо было задумываться, куда поступать. В этот период времени, как все помнят, полетел в космос первый космонавт Гагарин Юрий Алексеевич. Это было захватывающе, это было романтично. И все мальчики думали уже быть космонавтами, а девочки, вот в чем же романтика? Что же такое? Что связано с космосом? А с космосом связано изучение космоса, изучение Земли как таковой. Поэтому я там в свои 15 лет определилась и думаю, нет, я-то буду поступать в геологоразведочный институт, ходить. Песни были очень модные, «Мы геологи с тобою». Это очень звала даль такая, земные просторы. И изучать. Но приземлил меня папин друг. Он мне так развенчал бытие и быт этой профессии. И так романтично рассказал о профессии кредитного инспектора. Он меня очень увлек. И тогда я поступила вот в финансово-кредитный, закончив который, вот так начала работать на своей родине. Я никогда не разочаровалась в последующем вот в выборе своей профессии. В советское время 90% в банковском деле были заняты женщины. В банке раньше было не просто там стремление вот вырасти по ступенькам, идти, перешагивать или, может быть, перепрыгивать через некоторые ступеньки, а просто на тебя наваливали определенный объем работы. Ты с ним справлялся, тебе давали больший объем работы. И поскольку я вот так вот по ступеням шла, многие мужчины, те, кто были в руководстве банка, рекомендовали меня там на последующую какую-то ступеньку. Да, я много ездила на самом деле и учиться, скорее учиться, чем вот на отдых. Прежде чем уезжать в какую-либо страну, конечно, я открывала энциклопедию, читала об этой стране, читала об укладе, об экономике, кто там премьер-министр или кто президент этого государства, как устроен быт. Ну, например, надо было прочитать Мураками, чтобы понять, как вот в Японии, как люди живут. Именно вот как социум устроена жизнь у самого народа. Поразила меня Япония. Даже не столько там небоскребами, дорогами, а огромным количеством людей, которых нигде не увидишь, если только на велосипедах, когда они едут по Токио. Или в Киото, где я была, и была даже на выпускном бале гейш. Было очень интересно и любопытно. Но все-таки не этим меня поразила страна. Я была поражена тем отношением детей, как они, шестилетки, идут в школу вот с такими огромными ранцами за спиной, тяжеленными, набитыми книгами и их трудолюбию. Я планирую, что, учитывая, что когда-то я буду уходить на заслуженный отдых, вот тогда я займусь изучением языков. Мне это очень интересно, и я видела живой пример для подражания, когда мужчина в Милане проводил с нами экскурсию и говорил с нами немножко, говорил на русском языке, но немножко с японским уклоном. Я была вынуждена от любопытства задать ему вопрос, где же он изучал русский язык. Он говорит: я когда вышел на пенсион, то я стал изучать два самых трудных языка в мире. Русский
японский. Вот так он такой именно интонацией сказал. Мне это было очень интересно. Я тоже о себе подумала. Как только я буду свободна, я тогда все-таки буду изучать языки, буду стремиться много путешествовать. Не только там за рубежом. Мне любопытнее всего даже, может быть, побывать в Карелии, в Украине, в Киеве, на Байкале, может быть, даже на Дальнем Востоке, изучить поглубже свою страну. Если бы у меня появилось 2 часа дополнительного времени, ну вот на что мне не хватает времени? Очень часто у нас много замечательных проходит концертов в городе. Например, в КГУ. И там начало 19 часов. Я очень редко, когда туда попадаю, а хотелось бы. Ну, конечно, и часто хотелось бы почаще ходить в наш театр, в нашу филармонию, тоже на классическую музыку. И джаз мне близок по душе. Но не всегда это получается. Первое впечатление от бизнес-леди, это видно по разговору, по манере поведения. И несмотря на ее профессию, заметно, что это человек семейный. Очень переживает за своих детей, за внуков. Вот, и видно, что дома ее поддерживают близкие. Если же говорить о том, что увидишь, на что, не задумываясь, потратишь, в банк ведь часто в последние годы обращаются с просьбами. А материальных ресурсов от лица банка, как юридического лица, у нас таких ресурсов почти нет. А вот пришел вживую человек, священник, например, и говорит: «Я строю вот там храм». Я не могу сказать, что я это делаю каждый день или каждый час, но без сожалений, без раздумий, я просто из своей заработной платы могу вытащить из кошелька какую-то сумму, которую я полагаю, что ну вот столько я могу это себе позволить. Ну и второе, когда не раздумываешь, это подарки детям. Мне, наверное, очень повезло в свои годы, что со своих юных лет у меня были хорошие примеры. Всегда на моем пути были такие учителя, от которых я по крупицам что-то впитывала подневольно. Я не старалась подражать, я не стремилась у них учиться манерам или еще чему-то. Это приходило само собой. Ну, плюс еще, скорее всего, моя семья. Это и мои родители, моя мама. А потом так в жизни случилось, что, безусловно, моим оплотом стала тоже моя семья. Мой муж, мои дети – это тот тыл, который необходим не только мужчинам. У женщин, особенно у деловых женщин, которые на ключевых таких вот постах, когда много времени уходит на работу, то тогда должна быть действительно опора. У меня такая опора есть.